Приветствую всех любителей баскетбола. Сегодня с нами Руслан Кулага из команды Полесье. Руслан, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями после игры. Впечатления негативные. Проиграли серию в сухую 0-2. Хотя могли зацепить, особенно первую игру. Но после у нас и так не было одного из ведущих игроков. После первой игры еще двоих лишились. Поэтому, но тем не менее, несмотря на это, боролись. Мне кажется, вполне могли сыпануть, но где-то нам что-то не хватило. Ну, плюс играли против сильной команды, сильных ребят. Поэтому, может, результат в чем-то и справедлив, но я считаю, что, по крайней мере, серию до трех матчей мы могли расценить. А кого бы вы хотели видеть в соперниках за третье место? Как бы обе команды хорошие, с обоими будет нам неудобно играть. Так что, в данном случае, кто слабее будет, тот с нами будет играть. А скажите, пожалуйста, что для вас более значимо? Победа в третьем дивизионе или борьба за третье место в этом дивизионе? По-моему, сильный вопрос. Конечно, всегда борешься за победу. За третье место смысл. Это же все-таки за выход дальше. Я 2 года в этой команде, 2 года мы выходили в финал. Хотелось и в третий раз. Были к этому весьма близки. Где-то не доработали, где-то судьба так получилась. Будем бороться за призы. 2 года были в призерах, надо и третье. Какие изменения негативные или, может, положительные вы можете отметить в команде за весь сезон? Единственный негатив – это что к концу, к решающим играм из-за различных обстоятельств, травм и так далее, мы начали лишаться ведущих игроков. А так, сезон, в принципе, пройден ровно. Все ребята ездили, у нас постоянно 10-12 человек, то есть хотели все играть. И более-менее ровно отыграли сезон. Могли и в плей-офф немножко повыше подняться, но как уж получилось. Поэтому негативного ничего не могу сказать, что наоборот, это сезон, все хотели, все ездили. Это же и положительное, в принципе. Да. По игре стали лучше, иногда были вообще хорошие просветы. И были где-то недостатки много, но ребята могут намного лучше. Может, не всегда хотят, но могут. Поделитесь планами на следующий сезон, если они есть. Пока в тумане, потому что у нас в Гомеле создается лига и в ближайших городах. Но постараемся, уже привыкли ездить. Поэтому будем посмотреть, как там будет. Возможно, какую-то команду создадим отдельно от лиги ездить. Это попросим, может, Антона первый-второй дивизион заявит нас. Может, продолжим в Заполесье выступать. Посмотрим. Все зависит от календаря, от загруженности и так далее. Большое спасибо. Да, спасибо.